Их просто отправили так, как пушечное мясо, и бросили. И забыли, что они были. Добрый день. Я хотела бы оставить заявку по поводу своего сына. Давайте, конечно. Назовите фамилию вашего сына. Да. Кривенко Владислав Викторович. Только он пропал не в своей части. Не со своей части? Нет, он пропал под Изюмом 16 марта. Разбили ихнюю колонну. 16 марта мне никто не дает о нем сведения. Если бы сейчас можно было поехать туда, я бы уже была там, если честно сказать. Я бы каждый дом заходила, спрашивала, в Харьковской области. Но там, где я родилась. Я даже предположить этого не могла. Он ездил в Харьков, Влад, маленький. Мы же ездили туда, я к папе ездила. Он знает этот город. Он всегда восхищался этим городом. И видите, вот так получилось, что в жизни получилось все наоборот. 12 марта у меня был день рождения. Он меня позвонил, поздравил. И это был его последний звонок. Больше он на связь не вышел. А в апреле, числа 6-го, нас вызвали в военкомат сюда. Сказали, что 16 марта, 12-го он приехал, а 16 марта уже их отправили в эту колонну. Они уже пошли в наступление. Вот сказали, что 16 марта колонну разбили, что нужно сдать ДНК, что очень много трупов. До конца не ясно. Ну да. У меня сейчас тоже сын на Украине находится. Ну, он на территории подконтрольной украинским властям. Во Львове сейчас. Разговаривали, у нас получается брат пошел против брата, понимаете? Вот как в нашей семье это получается. Вообще не нужная никому война. Вообще, не то, что не нужно. Ну как? Ну, мы всю жизнь жили. Ну, у меня на Украине, в Харькове похоронена мама, папа. Я не могу поехать к ним на могилу. Yeah.